Всем привет! Продолжаю проходить режим вторжения в игре Mortal Kombat 1. И у меня вот осталось пройти последнюю локацию, которая называется Лаборатория Шансунга. Тут, как вы видите, по сравнению с прошлым вторжением, тут ничего не сбросилось, все сохранилось, весь мой прогресс сохранен. И что-то я прям затянул это прохождение. До конца сезона уже осталось, получается, 11 дней. Это, по идее, если они не продлят вторжение, то уже через 11 дней появится новый персонаж Ермак. И новое вторжение уже, получается, будет 4-й сезон. А этот... Ладно, давайте. А этот сезон... А, будет 5-й сезон. А вот этот вот, который я прохожу, это 4-й сезон. Так, ну и лаборатория Шансунга, она вроде не такая сильная и запутанная. Я уж что-то это... Давненько уже в Mortal Kombat не играл, и уже... Fight. Я уже забыл. Бруталка открыта у меня вторая. За камео или нет? Брутальтик Камел, так. Ага, понятно. Удерживать Ай во время удара. Провести последний удар с использованием приема апперкот. Так, а что там у нее за апперкот? Давайте посмотрим. Блин. Это, короче, нужно вызывать вот эту дублершу и провести последний удар с использованием приема апперкот. Это не просто сделать апперкот, а, короче, вторая бруталка заморочена, и не факт, что ее сможешь сделать. Во время действия приема дублерша немного истощает время действия приема дублерша. Так, S и нажимаешь на кнопочку I. Так, здесь можно идти сейчас. О, сундучок. А у меня ключей нету, да? Блин, жалко. Ну ладно, я вернусь. Тест your mind. Ладно, давайте пройдем сейчас. Да, я уже что-то подзабыл вот эти вот приемчики камео. Так, ага. Как я удачно. Класс, сейчас сразу 3 куплю. 4 нельзя, да? Это я удачно сходил, и сейчас тогда вернусь к сундучку. О,
какой-то палитра на Мелину. Забавная. Так, а вот эта вот штука. На один бой получается она. Так, ну давайте тогда вот здесь вот пройду. Надо потренироваться, чтобы попробовать сделать бруталку. Вторую за Джана Кейдж. Дублёрша вниз и на кнопочку камео. Потом апперкот вниз и... Сейчас попробуем. Странно. Я нажимаю вниз кнопочку камео, но она почему-то просто выбегает и сразу потом убегает. Так, пантомима это вверх. Так, ладно. Буду сейчас пробовать, короче, тренировать вот эту штуку. Так, а случайно не секретка ли тут? Точно, секретка. Так, здесь подсказка чистый ноль. Мы тебя остановим. Сейчас посмотрю, я уже подготовился. Чистый ноль, используйте сеть Сайрекса 3 раза. Получается, нужно взять Сайрекса. Камео персонажем. Блин. Перепутал. Так, реликвия. Нужно поставить реликвию на прокачку. Вот, все. Так, ну давайте, заходим. 5 раз использовать сеть Сайрекс. Сейчас я... Посмотрю, как ее еще тут использовать, а то я уже... Так. Кибернетическая сеть. Назад и кнопочку камео.
Блин. Слишком... Слишком много урона. Два. Три. Четыре. И последний раз. Сейчас пятый. Кстати, надо глянуть, какая там бруталка. Последний удар при... с использованием приема «Я выбираю тебя в жертву». Это что за прием такой? А, это бросок. Нажать вниз-вниз, понятно. Блин. Я не заметил, что здесь трое. Блин. Так, ну ладно. Бруталка не получилась, но надеюсь, что сейчас там это... Да, секрет разгадан. Нужно было просто 5 раз использовать... сеть Сайрекса. Какие у него странного цвета волосы. Ой, легендарная реликвия называется Перфоратор. Нанесенный вами урон по супер броне увеличивается на 25%. Классно. Это подойдет для боссов. Ваша следующая атака после чистого блока пробивает броню. Так, и чем же мне продать? А, давай вот эти продам. Так, надо вернуть Джанет. Так.
Да, вторая бруталка у Джанет Кейдж какая-то жесткая. Зачем они непонятно сделали ее такой? Блин. Have a nice day. Когда я, короче, вызываю Джанет для удара, в этот вот долбанный тремор, или вот этот сам, короче, этот, насмешка. Они бьют по Джанет, а она, короче, убегает. Так, я что-то забыл. Я уже забыл. В воздухе там. Ай. ЛЛ. Не получилось. Так, ой. Тут я был. А здесь что? Выживалка. Survive. Ой. Вообще изи прошел. Даже половина этих. Половина снарядов по мне. Попала. Еще тут какой-то test your might. Test your might. Excellent. Так, закрытый, да, сундучок? Блин, у меня уже это... ключ. О, еще какая-то реликвия. Бог из машины. При критическом уровне здоровья все ваши блоки становятся чистыми. При критическом здоровье 100% шанс
провести критический удар. Даже не знаю. Теперь что ли выбросить? Так, о, на меня напали. Зеленый смол. Нужно заюзать вот эту штучку. Так, ну что тут? Получается, там я сделал. Здесь я прошел. Тут прохода нету. Так, получается, что в этой части карты я вроде все сделал, да? Так, ну раз... Раз я здесь все сделал, давайте тогда. Так, а направо это тут был сундук, да? Который я уже забрал. Здесь торговец. Идем, значит, дальше. Блин, у меня даже не получается сделать этот удар, с помощью которого нужно делать бруталку. Так, странно. Как же я пройду? Там была какая-то штука. Куда нужно было вроде пройти, но тут я не вижу никакого пути. Я что там, что-то пропустил, что ли?
Непонятно. А, ну вот. Апперкот получился. Апперкот-то сам получился, но получается, что... Я вот не пойму, как делать так, чтобы сам персонаж не двигался, но двигался вот это вот камео, или мы одновременно будем двигаться. Сейчас покажу тут штуку одну. Не сюда. А, блин, что-то я попутал. Это ж там это. Я обошел вокруг. Все нормально получается. Первый этаж пройден. Поднимаемся на второй. А что вот эти вот дурацкие модификаторы, они будут мешать делать бруталку? Он жирный. Кстати, спецприема вот это вот. На хайп я вообще, короче, забил тут. Где тут удар между ног? А вот по шарам. Вперед, вперед, вниз и на кнопочку J. Точно вперед. Почему у меня не получается? Ха-ха.
Непонятно. А, назад вниз на кнопочку J, блин. Так. Испытай свою. Сейчас испытаем. Test your might. Димак. Так, ну ладно, буду, наверное, пока что на этом видео завершать. Давайте посмотрим, сколько я прошел. О, уже 35%. Что-то у меня не особо получается. Вот эта вот вторая бруталка за Janet Cage, она какая-то, я не знаю, зачем они делают такую жесткую по ее исполнению. И вообще, мало того, что вот эти вот там всякие там модификаторы... И плюс ты вызываешь Джанет, он тебя просто бьет Джанет, и она назад убегает. И из-за этого как-то не получается сделать. Плюс сам вот этот вот удар нужно, чтобы она подошла и сделать апперкот последним ударом. Как-то вообще, не знаю, сможет ли у меня получиться или нет. Ладно, пока что на этом видео буду завершать. Здесь я, короче, вот в первом видео по лаборатории Шансунга, я там была одна секретка, нужно было сделать... Выбросить 4 сети из окна персонажа Сайрекса. Я, короче, это сделал, там сработало. Награду забрал. Ну ладно, всем пока. Продолжение следует. Если не хотите пропускать мои новые видео, можете подписаться на канал.